С 15 по 18 ноября 2019 года в Риме проходил чемпионат мира по панкратиону, в котором принимали участие 6 харьковских спортсменов, 5 взрослых и один спортсмен принимал участие по юниорам. Для наших спортсменов харьковских это был очень показательный чемпионат мира. Показательный в каком формате? В том году на чемпионате мира было всего 2 участника от Харькова. Это Екатерина Шакалова по взрослым и Анатолий Гязарян по юниорам. А в этом году уже 6 человек. То есть наша федерация растет, развивается. Мы прикладываем тренерский состав, руководство федерации области прикладывает максимальные силы для развития панкратиона на территории Харьковской области. И максимальное количество людей хотим довести до уровня членов сборной команды Украины. Принимал участие в панкратионе, чемпионате мира, который проходил в городе Рим. Занял 3-е место в панкратион традишн и в версии панкратион фул занял 2-е место. Это был первый мой старт на таком высоком уровне, чемпионате мира принимал. Выполнил там норматив мастера спорта международного класса. Также хочу сказать по поводу всех соревнований. Считаю, что показал достаточно высокий уровень, лучше, чем обычно выступаю. За это хочу поблагодарить за подготовку Владислава Сороку, Елу Гурамовича. Также хочу поблагодарить спортивный клуб «Честь», которым занимаюсь, собственно говоря, которые дали мне, так сказать, отличную подготовку к этому чемпионату мира. Сделали также работу над ошибками, поняли свои слабые стороны, над которыми в дальнейший год к следующему чемпионату мира мы будем готовиться. Этот чемпионат мира для меня был первым. Проходил он в Риме. Занял я 3-е место в разделе Tradition. Результатом своим недоволен. Но ничего, надеюсь, что на следующий год результат будет лучше. Будем готовиться, стараться. Впереди у нас Кубок мира, чемпионат Украины. Будем готовиться. Хочу сказать спасибо тренерам, Владу, Геле, всем спарринг-партнерам, что помогли подготовиться на этот чемпионат. На прошедшем чемпионате мира в Риме по панкратиону я заняла 2 вторых места, 2 серебра. Вот. Этот чемпионат мира я считаю для себя успешным, потому что я провела много боев, все были достойные бои. Вот. Я получила колоссальный опыт. К сожалению, да, я уступилась местом россиянке, в 1 балл проиграла ей. Она ударница, хорошая спортсменка. Вот. Я немножко переоценила свои возможности и начала работать с ней в стойке, в ударке. Вот. Хотя надо было бороться, в принципе, как я всегда делаю. А в первый день я проиграла тоже нашей девочке-украинке, но меня дисквалифицировали за запрещенный прием, слэм. Я сделала, я не ожидала, конечно, что так получится, но это не последнее соревнование. У нас буквально через неделю еще одни соревнования, это Кубок мира. Вот, будем готовиться к ним и, надеюсь, там мы будем побеждать и привезем только 1-е место. Для меня чемпионат мира по панкратиону был первый опыт, серьезный такой турнир. Удалось в разделе фул добиться максимального результата, занять 1-е место. Очень доволен этим результатом. В разделе традишн удалось занять 3-е место. В целом я доволен результатом и считаю, есть куда двигаться еще, побеждать, развиваться и в профессиональной карьере, и в любительской. И дальше буду только двигаться вперед, развиваться. Хочу поблагодарить тренерский состав, Гелу Гиндию, Владислава Сороку, Антона Бачарашвили за подготовку, за то, что подготовили нас достойно на выступить хорошо на высоком уровне. В принципе, результатами мы довольны. Естественно, всегда есть к чему стремиться, к чему расти. Были неприятные моменты по дисквалификациям, были действительно проигранные бои.
все анализируем, собираем видеоматериалы, обязательно проведем работу над ошибками и будем, естественно, двигаться дальше. Впереди у нас через неделю Кубок мира в Будапеште. После этого в начале декабря, 5-8 декабря, будет проходить чемпионат Украины. Принимать его будет Харьков в Локомотиве. Приглашаю всех желающих, приходите, поболейте за харьковских спортсменов.